Очереди в райадминистрациях и ненормированный рабочий день для сотрудников отдела регистрации. Все это последствия изменений закона, которыми предусмотрено для определенных юридических лиц подать данные о своих учредителях. Нам удалось подробнее разобраться в сложившейся ситуации. В конце прошлого года вступили в силу изменения в закон о предотвращении и противодействии легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем. И теперь все юридические лица, зарегистрированные ранее, должны подать информацию в органы власти о своих конечных бенефициарных владельцах. Выделенный для этого срок полгода истекает 25 мая. Однако форма для отчета появилась лишь на днях, и в райадминистрации началось массовое паломничество представителей юрлиц. Но об этом никто не предупреждал и предприятиям не говорили. У нас сейчас идет война, как бы все заняты другими вопросами. И вот до 25 мая надо внести изменения, ну, то есть подать регистрационную карточку 4-й формы. Ну, сейчас вот стою, подаю. Сергей Глазунов недавно вернулся из Мариуполя. Он руководитель благотворительного фонда, который занимается технической поддержкой армии, ремонтом БТРов и более сложной техники. Параллельно является директором коммерческой фирмы. Забот хватает. И о том, что нужно подавать регистрационную карточку 4-й формы, до недавнего времени не знал. Друзья позвонили из Днепропетровска, волонтеры сказали, что нужно сдавать срочно формы, потому что большой штраф. Ну вот бросил все, приехал. Штраф предпринимателям за неподачу информации может достигать 8 тысяч гривен. Госрегистраторы отмечают, на сегодня информацию об учредителях подали чуть больше 2000 юридических лиц, а всего их в Запорожье зарегистрировано около 26 тысяч. Стал вопрос о том, каким именно юридическим лицам нужно подать такую информацию. Логически рассуждая, не нужно показывать информацию тем, у кого учредители физические лица, они и так раскрыты. Логически нужно было бы сказать, что эту информацию должны подавать юридические лица, у которых в учредителях тоже юридические лица. Но так как в норме закона не прописано четко такое требование, все юридические лица без исключения решили, что это их касается. Впрочем, госрегистраторы говорят, проблема не только в том, что все бросились подавать информацию в последний момент, а и в том, что единый государственный реестр для внесения такого рода данных до конца не разработан. Об этих трудностях не знают юридические лица. И эти трудности работники регистрации преодолевают после своего рабочего дня. То есть наш рабочий день мы принимаем в течение рабочего дня людей, а по окончании рабочего дня мы занимаемся технической частью внесения этой информации. Наибольший ажиотаж существует в Орджоникидзевском и Ленинском районах, где зарегистрировано более 8 и более 6 тысяч юрлиц соответственно. Впрочем, на днях на заседании Верховной Рады был вынесен законопроект, в котором предлагается продлить срок подачи информации еще на 4 месяца. И в котором также четко сформулировано, каким предприятиям не нужно подавать данные о конечных бенефициарных владельцах. И предприниматели, и регистраторы надеются, что данный законопроект будет подписан. Ведь в отведенный термин принять данные от всех желающих физически невозможно.